Далбаш. Видишь? Что со мной иметь? Правящая коалиция в Германии, состоящая из социал-демократической партии, свободно-демократической партии и зеленых, договорилась о поставке Украине тяжелых вооружений. Об этом в Твиттере сообщил член Бундестага Маркус Фабер. Германия поставит Украине тяжелое вооружение. Я рад, что фракция свободно-демократической партии смогла убедить наших коалиционных партнеров, отметил он. Отметим, что германские самоходные гаубицы ПЗХ-2000 замечены в Польше. Далбаш. Видишь? Это сам немецкий. На Украине тоже рядом, видишь? О. Делаешь? Dobra, ile ich jedzie?